Может ли Россия оседлать молнию? Да, может. Почему? Потому что в России очень много нефти и газа. И как тут можно связать молнию и газ с нефтью? На самом деле метан, газ, является очень хорошим электростатическим изолятором высокого напряжения, которое может изолировать даже молнию. Это значит, если мы с помощью газа и нефти, то есть битума, сделаем на поверхности пустыни какой-нибудь изолятор, то там можно выращивать растения с помощью молнии, потому что энергия молнии, падая на поверхность изолятора молнии, распространяется по поверхности Земли. Она распространяется и выделяет водород и бикарбонат. Бикарбонат и водород являются очень хорошим удобрением для любых растений. Далее, на этом месте можно сделать туристические базы для отдыха, чтобы человек там омолаживался и поправлял свое здоровье. Потому что во время дождя в этой пустыне, где есть изолятор молнии, который сделал Россия с помощью нефти и газа, человек может омолаживаться. Когда идет дождь, она распространяется по поверхности изолятора молнии, бьет громе молнии, энергия распространяется, и она выходит от волос человека и начинает притягивать от ног человека к волосам катионы водорода, потому что плюсовые энергии молнии выходят от волос, и они притягивают минусовые энергии с воздуха. Минусовые энергии притягивают плюсовые катионы водорода. Так что во время дождя, в холоде, когда у человека холодно, водород проникает ко всем жирам человека и так создает защиту для человека, ну, водородные антиоксиданты. А также в течение 4 часов энергия стимулирует кровь под волосами, превращая человеческие волосы в стволовую клетку. И все это дает повод России гордиться тем, что она сделает, и все страны будут как бы завидовать и могут приходить в гости, ну как бы, чтобы омолаживаться или чтобы купить новые продукты, которые будут самыми экологичными. И еще самое важное, что растения, которые не дают пищу, они уже могут давать новую пищу. Такие, допустим, маленькие орехи, они станут большими за счет того, что в этой земле будет очень много водорода. Когда энергия молнии вылетает от стрел растений, от листьев растений, энергия плюс выходит, минусовые энергии от атмосферы входят и начинают притягивать катионы водорода. Водород соединяется с растением, и растение растет быстрее. И во время удара молнии круглые растения, например, яблоко, она заряжается, и во время зарядки яблоко становится отрицательным, поэтому она собирает в яблоко катионы водорода. А после того, как молния перестает бить, энергия от растительных иголок выходит, создает озон. И относительно яблока уже они становятся отрицательными. Ну, яблоко становится плюсовым, на этот раз плюсовым, поэтому она уже водороды не притягивает, а притягивает анионы гидрокарбоната. Это C, H2, CO3. Благодаря
этим энергиям и этой химии, которая создает изолятор молнии, который принадлежит России, растения будут расти очень быстро, намного быстрее, чем в других странах. Также Россия может предложить этот вариант другим странам, например, пустыне Сахара. Все это даст России новый статус. Так, можно использовать каменные угли, которые находятся в России. Для этого нужно обратно закачать внутрь каменного угля метан, чтобы каменный уголь имел возможность изолировать энергию молнию. А песок и камни, почву, которая лежит на поверхности каменного угля, соответственно, надо убрать, чтобы снизить объем, чтобы энергия молнии могла зарядить поверхность Земли. А где мало, добавить, потому что метан, она имеет большое атмосферное давление и будет выталкивать, ну как бы, все это. Сначала можно сделать радиусом 1 километр изолятор молнии какой-нибудь пустыне. Пустыня есть даже в Якутии. Например, радиусом 1 километр, чтобы ученые могли все измерить, проверить давление газа, проверить, сколько объема песка нужно насыпать над этим, над изолятором молнии. А изолятор молнии, она делается из арматурного покрытия над песком, после чего наливается битум, наливается над битумом, наливается песок для газа, потом сверху песка наливается битум и тоже арматурное покрытие. И каждые километры нужно поставить трубы для закачки газа. А над всей этой арматурным покрытием обратно высыпается песок, чтобы давление газа не могло вытолкнуть этот битум наверх, ну, чтобы не лопнуло. И арматурное покрытие, оно поможет как бы сдерживать газ. Вместо метана можно использовать и другие газы, которые имеют более низкое давление. Но дело в том, что энергия молнии, она требует как бы большого давления, потому что именно давление изолирует вакуум молнии, потому что молния распространяется по вакууму. Ну, создает вакуум для себя, она, поэтому мы слышим треск большой, и через этот вакуум она распространяется. А если там она встречает высокое давление, например, метана, она не может уже как бы разломать это давление. И битум, она способна как бы восстанавливать себя после удара молнии. Удар молнии происходит, и где этот, проникая в битум, она достигает до момента давления, ну, метан создает давление и внутри битума, то есть внутри битума тоже будет большое давление, поэтому энергия молнии уже дальше не пройдет. И еще главное, над песком, именно над песком, где-то внутри там полметра, нужно покрыть древесными углями. Тогда молния, энергия, падая на землю, она будет распространяться по поверхности земли над этим, над древесными углями. Именно древесные угли, замыкаясь между собою, высоким напряжением и мощным
мощной энергией молнии, она создает с дождевой водой бикарбонаты и катион водорода, анион бикарбоната и водород. Таким образом, мы можем выращивать там разные растения, например, арбузы там или другую культуру, ну, любую, особенно те, которые плохо растут в обычной почве, потому что именно такие культуры будут расти намного быстрее и намного больше. Вот. И это создаст как бы обучающую платформу для ученых, и затем эти ученые уже смогут создавать новые изоляторы молнии в других странах и других планетах. Все это для того, чтобы энергия, распространяясь по поверхности Земли, чтобы энергия выходила от растительных игл, при этом она втягивает в себя этот анион гидрокарбоната, создает кислород, и от этого кислорода, который выходит за листья растения, энергия молнии своими листьями в ночи светится, потому что энергия выходит, и она этот кислород превращает в озоновый слой. Так мы сможем восстановить экологию. Если мы восстановим экологию, то для России это тоже плюс для хорошего статуса. Далее мы можем продавать новую еду в другие страны. Ну, совсем другую еду, которую человечество никогда не кушало. Потому что там будут расти новые пищевые продукты. Например, вот гриб. Гриб, она как бы своей шляпой сохраняет выходящий из-под земли атомарный водород. Ночью атомарный водород входит, и гидриды гриба, они втягивают этот водород в себе. Потому что атомарный водород в течение 7 секунд соединяется с любым гидридом. И наличие высокого напряжения плюс, она не дает водороду обратно превратиться в молекулярный водород, потому что электростатическое напряжение плюс, она помогает сохранить водород в атомарном состоянии. И темнота, ну как в ночи, да, водород не превращается в другое состояние, в дентерии, тритии. Так что протий хорошо усваивается в гидридах, в грибах. Можно продавать, например, мухоморы в разные страны за, ну, килограмм мухомора на большие деньги, потому что мухомор уже становится съедобным. Вот. Это еще освободит Россию от таких санкций, как запрет выкачивание нефти и газа, потому что Россия получит полный доступ к любым нефтяным ресурсам и газам на добычу. Ну, полностью может добывать сколько ему нужно, да? Сколько угодно газа добывать, и все это использовать для создания изолятора молнии. После 1 километра диаметром изолятор молнии можно повысить до 2 километров, до 3, 5 и так далее, до 100 километров. Потому что изолятором молнии должен быть вся земля планета, как в древности каменный уголь. Можно с помощью всего этого обучать науку, людей, как бы, да, и использовать все оставшиеся каменные угли для создания атмосферы. Таким консервированным каменным углем является вечная мерзлота,
Под вечной мерзлотой сохраняется огромное количество каменных углей, которые находятся под льдом примерно километр, 200 метров. И если глобальное потепление сделает плавку этого льда, то каменный уголь выйдет на поверхность Земли, и к этому моменту Россия уже будет готова, переселять население и использовать телевидение, чтобы успокоить жителей о происходящих изменениях в климате и сделать соответствующие действия. Итак, нам нужно оседлать молнию в пустыне. Такие изоляторы молнии существуют и в Америке, и в России. Поэтому можно, используя эту технологию, создать союз с другими государствами, используя эту технологию, не прибегая к военным или каким-либо политическим действиям, используя всего лишь этот изолятор молнии. Спасибо за внимание.